У нас на кухне, допустим, нельзя положить руку. В комнате чуть-чуть тепленькие. Людмила Ковалева живет в доме номер 10 по улице Маршала Жукова 76 года. Говорит, за это время капитального ремонта не проводили, а он здесь просто необходим. Мы хотим видеть, чтобы был проведен этот ремонт подъездов наших. Косметический хотя бы ремонт был проведен. Но у нас этого не сделано. Вот сейчас товарищ видел, дырки какие у нас. Стены у нас текут по стенам. То, что сделан капитальный ремонт, стейки меняли, переделывали наши жители. С этой проблемой жители обратились к депутату Мособлдумы Дмитрию Голубкову. Он осмотрел дом и подвальное помещение. Пообещал взять эту ситуацию на личный контроль и успокоил, что все работы будут сделаны. Однако в этом вопросе от жителей тоже необходимы оперативные действия. Жителям тоже нужна обязательно своевременная обратная связь, которая касается оформления подъездов, потому что по действующим процедурам необходимо все делать по решению жителей, выбор цветов, выбор там, других решений оформительских. Кроме жилого дома, депутат «Единоросс» осмотрел самую большую котельную города. Сейчас там проводят работы по замене ограждающей конструкции, чтобы улучшить ее защитные свойства. С точки зрения укрепления его безопасности как объекта критической инфраструктуры, сейчас проводится работа по этому усилению. Поэтому работы только начаты, в ближайшее время будут проведены, закончены. Работы идут здесь даже в ненастную погоду поэтапно. Вопросы безопасности при этом на первом месте. Производит шурфление, определение трасс пересечения кабельных линий, водопровода, канализации, чтобы их не повредить, а безопасно установить забор. На сегодня установлено уже 100 метров ограждения из 4-8. Работы проводятся в срок и будут завершены до конца января. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».